Привет, друзья! Я всех приветствую на своем канале. И хочу сегодня с вами поделиться мастер-классом по вязанию вот такого узора 3D для шали. Вот так он выглядит с одной стороны и вот так с другой стороны. Узор вяжется очень легко и получается красивый 3D-эффект. Посмотрите. Я выбрала для вязания образца пряжу, в составе которой акрил. Этикетку я не сохранила, не могу показать вам название. Ну, тут примерно на 100 грамм 450 метров. И крючок я брала 2 миллиметра. Вяжем первый ряд. Я набираю 6 воздушных петель. Делаю первую петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И соединяю воздушные петельки в колечко. Соединила. Дальше 3 воздушных петли подъема. Раз, два, три. Сюда же в это кольцо вяжем 2 столбика с накидом. И при этом захватываем вот этот хвостик, ниточку. 1 и 2. Всего получается 3 столбика с накидом вместе с петлями подъема. 2 воздушных петли. И сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли в колечко, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Две воздушных петли. И сюда же опять же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Это у нас первый ряд. Дальше вяжем второй ряд. Я переворачиваю работу. И нам нужно начать вязание вот отсюда, с серединки, из-под воздушных петель. Я делаю 3 соединительных столбика. В следующий столбик я вяжу соединительный столбик. Следующий столбик, соединительный столбик, и под воздушные петельки еще один третий соединительный столбик. Все, мы оказались вот здесь под воздушными петлями. 3 воздушных петли подъема, 3, и сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушных петли. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Значит, 3 столбика пропускаем. Воздушные петли пропускаем. И вот сюда, вот в этот столбик, вот он. Завожу крючок сзади, буду вязать рельефные столбики за сам столбик, тело столбика. Вот, смотрите. Вот сюда ввожу крючок и вяжу 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 3 столбика. Дальше 3 воздушных петли. Раз, два, три. И вот сюда, в серединку под воздушные петельки, 3 столбика с накидом. Раз, два, три, 2 воздушных петли. И сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три.
Вяжем третий ряд. Я переворачиваю работу. Делаю также соединительных 3 столбика. В следующий столбик, не в этот, вот видите, у нас петелька выходит, а в следующий столбик ввожу крючок и вытягиваю ниточку. Раз. Дальше в следующий столбик 2. И под воздушные петельки 3. 3 воздушных петли подъема. Сюда же 2 столбика с накидом. Раз, 2. 2 воздушных петли. Сюда же 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. 3 воздушных петли. Раз, 2, 3. Дальше у нас идут 3 столбика с накидом. Сюда вяжем рельефные столбики. В первый столбик завожу крючок сзади, за сам столбик. Вот так себе помогаю, чтобы мне было удобно. И вяжу 3 изнаночных рельефных столбика. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Дальше 3 воздушных петли. Теперь у нас идет следующих 3 столбика. Я опять ввожу крючок сзади и вяжу 3 рельефных изнаночных столбика. Так мы делаем прибавку. То есть мы в каждом ряду будем вот в первый столбик вот сюда вот этой пары вязать 3 рельефных столбика, как бы делать прибавки. Дальше 3 воздушных петли. Раз, 2, 3. И вот сюда под воздушные петельки вяжем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Вяжем четвертый ряд. Переворачиваю работу. Начало не меняется. 3 соединительных столбика. Первый, второй, под воздушные петли, третий. 3 воздушных петли подъема, 2 столбика с накидом. Раз, 2. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Дальше 3 воздушных петли. Раз, 2, 3. Следующие 3 столбика идут у нас. Я вяжу 3 рельефных столбика изнаночных под первый столбик. Раз, 2, 3. 3 столбика связала. 3 воздушных петли. Следующих 3 столбика я вяжу под первый. Также 3 столбика рельефных. Раз, 2, 3. 3 воздушных петли. И делаем как бы прибавку. Вяжем, как я и говорила, в следующих 3 столбика в первый, под первый, 3 рельефных столбика изнаночных. Раз, 2, 3. 3 воздушных петли. И вот сюда в серединку, как всегда, 3 столбика с накидом. Две воздушных петли, 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Дальше вяжем пятый ряд. Сейчас я покажу вам пятый ряд, и дальше вы уже будете самостоятельно продолжать вязание, потому что все остальное повторяется. Так, вяжем пятый ряд.
Переворачиваем работу. Также начинаем вязать 3 соединительных столбика. Раз, два, три. 3 воздушных петли подъема. Сюда же 2 столбика с накидом. Раз, два. 2 воздушных петли. Сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 3 воздушных петли. Раз, два, три. Первых 3 столбика. Под первый столбик вяжу 3 рельефных столбика. Раз, два, три. 3 воздушных петли. Раз, два, три. Следующих 3 столбика я вяжу под первый 3 рельефных столбика. Раз, два, три. 3 воздушных петли. Следующие 3 столбика под первый вяжем 3 рельефных столбика. Раз, два, три. 3 воздушных петли. И здесь прибавка. Вяжем под первый столбик, последний, третий. Раз, два, три. Дальше 3 воздушных петли. Раз, два, три. И в последние воздушные петельки, под последние воздушные петли, вяжем 3 столбика с накидом. 2 воздушных петли и 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Дальше продолжаем вязать аналогично. Все повторяется. После того, как связали шаль нужного размера, ее нужно обвязать. Как будем ее обвязывать? Сейчас покажу. Делаем соединительные столбики точно так же, как вязали в предыдущем ряду. Первый соединительный столбик, второй соединительный столбик и третий соединительный столбик под воздушные петли. 3 воздушных петли подъема и сюда же 2 столбика с накидом. 1. И сюда же второй. 2 воздушных петли. И сюда же под воздушные петельки 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Дальше пропускаем воздушные петли. И у нас тут идут 3 столбика с накидом. Так вот, в серединку, во второй столбик, будем вязать вот такой же узор. 3 столбика с накидом. 1. 2, 3, 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь пропускаем воздушные петли, вот эти 3 столбика с накидом, и под воздушные петельки, вот эти следующие, вяжем такой же узор. 3 столбика с накидом. 3, 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Связали 3 столбика. Теперь пропускаем 3 столбика, воздушные петли и вяжем в серединку вот этих 3 столбиков. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три.
продолжаем, пропускаем воздушные петли, 3 столбика и вяжем под воздушные петельки. Как вы могли заметить, у нас идет чередование. То мы вяжем в серединку 3 столбиков, то под воздушные петли. 2, 3, 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Ну и так продолжаем вязать ряд до конца. Еще раз покажу. Смотрите, мы связали под воздушные петельки наш узор. Теперь пропускаем 3 столбика, вот эти воздушные петли, и вяжем вот сюда, в серединку 3 столбиков. Дальше пропускаем 1, 2 и вяжем под воздушные петли. И так далее. 1, 2 в серединку. 1, 2 под воздушные петли. Заканчиваем ряд обвязки и вяжем так же, как и в начале. Значит, у нас здесь пропускаем вот эти воздушные петельки и в серединку 3 столбика с накидом. 2, 3, 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Все, как бы здесь мы довязали, закрепляем ниточку, обрезаем ее и делаем кисточки. Так, длину и количество кисточек выбирайте сами. Длину кисточек и количество вот таких ниточек в кисточке выбирайте сами на свое усмотрение. Кто-то любит попышнее, кто-то поменее пышно, кто-то подлиннее и так далее. Значит, расскажу, как я делаю. У меня получается длина кисточки где-то 23 сантиметра. Это вот одной ниточки. Я нарезаю таких нитей. Так, ну и вот таким вот образом режу ниточки. Нарезали кисточки. У меня в кисти будет по 4 ниточки. 3, 4. Соответственно, когда я их сложу вдвое, их будет 8. Они будут попышнее. Вы можете 5 и 6 ниточек брать, как угодно. Так, беру, сложила их пополам. Крючок вкалываю, поддеваю нитки, вытягиваю на другую сторону. И теперь вот в это вот колечко протягиваю ниточки все. Делаю узелок. И затягиваю. То есть вот так. Так, это у нас хвостик, я его сюда же. И дальше таким же образом пропускаю вот здесь вот дырочку в следующую. Потом здесь пропускаю в следующую. Буду чередовать через одну. Так, беру следующие 4 ниточки. Складываю их пополам, пропускаю сюда. Вот так. И так далее.